Больница как дома. Уютным, обновленным и ярким таким станет хирургическое отделение Ульяновской областной детской клинической больницы. Ежегодно в отделение поступает 2800 детей. Из регионального бюджета на капитальный ремонт выделено 30 миллионов рублей. К работам приступит в середине лета. Петлом, да? Сколько лет, мать? Вот как зовут? Рома? Ну ничего, скоро поправится, да? Красить и шпаклевать стены еще не начали. А к подготовительным ремонтным работам губернатор Ульяновской области Алексей Русских уже проявляет особое внимание. Во-первых, это будет для детей удобно. Будет более комфортное отделение. В общем-то, оно соответствовать будет тем современным реалиям, которые сейчас должны быть, как больницы должны строиться. Сейчас вот у нас есть вот такие вот наметки. Мы кое-какие перепланировки здесь проведем заодно, чтобы у нас было удобнее нам было работать. И это должно дать эффект не только для родителей, но и для персонала тоже, потому что удобнее работать будет. Ну и все это приносит только в конечном итоге, приведет к тому, что улучшится результаты лечения больных. Ремонтные работы на лечение пациентов не отразятся и уж тем более не остановятся. Работать будут в более стесненных условиях, частично переедут во вторую половину отделения. Операционные будут функционировать в том же режиме. Сами пациенты благодарят врачей и говорят, что качество лечения на высшем уровне. Не хватает только немного уюта. Хотелось, конечно, выразить глубочайшую благодарность всему коллективу медицинскому, врачам. И вообще, здесь очень классно. Но единственное, конечно, бы хотелось, сами видите, обстановочка какая у нас здесь скучная, потому что все-таки больше времени мы проводим здесь, как бы, кто две недели, кто больше. И хотелось бы, чтобы как бы для детей они находились все-таки как бы в домашней обстановке, ну хотя бы повеселее что-то было. Ремонтом хирургического блока обновление в больнице не закончится. По итогам визита премьер-министра Михаила Мишустина в Ульяновскую область в 2021 году региону выделили 49 миллионов рублей на капитальный ремонт приемного отделения и дооснащение оборудованием больницы. Оборудование было закуплено в рамках выделенных средств из резервного фонда правительства Российской Федерации в 2021 году по итогам приезда Михаила Владимировича Мишустина. Вот, мы оснащали операционные блоки, наркозную аппаратуру закупали, рентгенаппарат, хирургический инструментарий очень хороший закупали, ультразвуковые аппараты. Обновление больницы стало доступно благодаря нацпроекту здравоохранения, важнейшая задача которого – развитие детской охраны здоровья, включая создание современной инфраструктуры. Светлана Карпухина, Даниил Сурков, Улправда ТВ.